Расскажите, что произошло? Так, что произошло? Утром сегодня мне позвонил молодой человек. Он сказал, что нужно продлить срок действия номера мобильного телефона. Для этого попросил документы, в частности, вот, СНИЛС ему продиктовал, что придет код с госуслуг, СМС, вот, и что я им должен продиктовать этот код. Вот. После этого он сказал, что оставайтесь, да, на линии, мы сами сбросим. Вот, через какое-то время, то есть почти минут через пять, позвонила девушка, представилась сотрудником госуслуг. Сказала, что произошел в мой аккаунт вход, спросила, выполнял ли я этот вход, я сказал, что нет. Она говорит, ну, вы попались на мошенников, давайте сейчас, чтобы они ничего там, кредит не оформили, я вас соединю с сотрудником Центрального банка, вот, и чтобы я следовал его инструкциям. Вот, она соединила меня с так называемым сотрудником, вот, после этого он сказал, что нужно, спросил, на каких счетах у меня есть еще такие деньги. Вот, сказал, что есть сюда кредитка. Говорит, что нужно, да, снять наличку. И вот сказал, после этого подойти к терминалу, вот, и переводить по номеру. Вот, номер он мне диктовал. Вот, переводить наличкой на номер. Вот. Так, после этого сотрудник полиции заметил мою активность, спросил, что все ли в порядке. Вот я ему все, как он это и рассказал, вот эту историю. А сколько перевели в общей сложности? Перевел в общей сложности 45 тысяч. Хочется сказать большое спасибо сотрудникам полиции, которые проявили бдительность и не дали перевести остаток средств на счета мошенников.